Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня я вам расскажу о том, что вы увидите в ближайших выпусках на канале Heavy Metal Gym. Буквально следующим роликом будет пояснение к моему ролику о молочке, почему ее нельзя есть вечером. Также долгожданное видео о том, как избавиться от проблем с межпозвоночными грыжами в грудном и шейном отделе. И еще очень важное видео о том, как грамотно и правильно избавиться от перекоса таза. Какие упражнения выполнять на растяжку внутренних мышц поясницы и ягодичной мышцы. Все это будет не только мои советы, но и советы от уже известного вам доктора Брайнса. Я рассказывал про его клинику, в которую ходят все известные спортсмены и не только. Вы могли видеть, как Ронни Коллиман был у него. Очень грамотные советы, я часто там бываю, даже просто, чтобы получить хороший спортивный массаж. Также вы узнаете, что делать, если вы не чувствуете работающие мышцы, и многое другое. Не забывайте писать ваши вопросы в комментарии, если хотите получить на них ответы, и мне в личку ВКонтакт. Увидимся в тренажерном зале, друзья! Здоровья всем, массы, сухой, мышечной и поменьше жира и травм.